Доброе утро, дорогие друзья. Я сегодня хотел немножко поговорить мох, сфагнум. Я сейчас нахожу лес, Челябинский парк. Здесь называется парк Челябинский, шершня. Здесь я сейчас буду собирать мох своими руками. Ну, я вчера увидел в магазине, продают 1 литр 70 рублей. Зачем мне это покупать, если могу собирать мох с вагнем? Дорогие друзья, я вам советую собирать вот это прекрасный вот лес. Вот я нахожусь здесь, себя чувствую, не знаю, ощущение у меня вообще другое здесь находиться в лесу и своими руками собирать мох. Дай Бог вам здоровья, счастливой вам удачи. До свидания, дорогие друзья.